Театр. Любите ли вы театр, как люблю я его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного. Или лучше всего сказать, можете ли вы не любить театр больше всего на свете, кроме блага и истины? Так сказал Виссарион Белинский. Ему вторит великий Николай Васильевич Гоголь. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из 5-6 тысяч человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним общим смехом. «Что же такое, спрашиваю вас, этот театр?» продолжает диалог Виссарион Белинский. «О, это истинный храм искусства!» при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений. Театр, театр, каким магическим словом был ты для меня в мои времена, каким невыразимым очарованием потрясаешь все струны души моей и какие дивные аккорды срываешь ты с них. Вот такими словами о театре великих мыслителей-классиков начинаем мы нашу передачу. Здравствуйте. В эфире рубрика «Легенды брянской драмы», которая выходит в рамках проекта «Брянск театральный» в связи с юбилеем Брянского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы имени Алексея Константиновича Толстого, а я ее автор Юрий Пояркин. Итак, Брянскому театру драмы 90 лет. За свою историю он много испытал. Свои военные лихолетия и послевоенные трудности, но всегда, во все времена, областной драматический и по сегодняшний день является форпостом театрального движения на Брянщине. Крепко удерживает позиции продвижения классической и современной драматургии, чутко держит руку на пульсе героико-патриотического воспитания молодежи, не забывает и о маленьком зрителе. А украшением и достоинством любого театра были и остаются спектакли и актеры. Актеры прошлых десятилетий, уже ушедшие от нас, и при жизни становились легендами. Об актрисе Марии Павловне Гермацкой я уже рассказывал в первом выпуске авторской программы. Сегодняшняя, вторая передача, посвящена народному артисту России Валерию Мацапуре. Валерий Афанасьевич Мацапура – наш современник. В отличие от героини нашей первой передачи Марии Павловны Гермацкой, начало работы которой в театре уходит в 50-е, 70-е годы, когда сохранилось немного видеоматериалов о ее жизни и спектаклях, у нас есть огромный архив записей с Валерием Мацапурой, и в одну передачу мы его, пожалуй, не вместим. Что же это такое признание человека-актера при жизни, ставшего легендарным, знаменитым, участие которого в любом спектакле и любой роли становились заметным, интересным и значимым событием? А ведь приятен вид толпы необозримой, когда она вокруг театра наводнит всю площадь и бежит волной неудержимой, и в двери тесные и рвется, и спешит. Нет 4 часов, до вечера далеко, а уж толпа кишит, пустого места нет. Точь в точь голодная предлавка и хлебопека, и шею все сломить готовы за билет. Такие чудеса во власти лишь актера и поэта. Эти поэтические строки Гёте вполне можно отнести к творчеству Мацапуры Валерия Афанасьевича, народного артиста России, признанного мастера сцены, любимца публики в Брянском театре драмы с 1974 по 2005 год. Мацапура Валерий Афанасьевич родился 9 августа 1946 года в Румынии. Мама Мацапура Прасковья Романовна, отец Мацапура Афанасий Иванович. Он был военный, поэтому они, когда ему было года 4, наверное, его направили в Днепропетровск. Они там остались жить. Валерий Афанасьевич поступил в Днепропетровское театральное училище. Поступил он случайно, он пошел с другом, как это бывает, за компанию, друг не прошел. А Валерий Афанасьевич потом пошел в 9 класс, и потом в армию загремел, в Архангельск, на морфлот.
Вот 3 года он там был. Ну и при этом он, видимо, там самодеятельность была, он участвовал, организовывал там все. Ему предложили остаться в Архангельском театре. Он там остался. Ну вот и работал он там до 72 года. А в 72 году режиссер Владимир Александрович Голуб, он уже был тут, пригласил его в Брянский театр драмы. С 1 октября 1974 года Мацапура был принят в Брянский областной драматический театр в качестве артиста. А 1 декабря первая роль на сцене – Панков в спектакле «Господин бургомистр» по повести «Это было в Дятьково» Павла Лучина. Затем череда актерских работ, которые утверждает Валерий Мацапуру на брянской сцене. «Лазарь Подхалюзин» в «Банкроте» Островского, «Чижик» в операции «Многоженец» Делендика, «Алеша» в спектакле «Муж и жена снимут комнату» Рощина, «Директор» в «Деревья умирают стоя» Кассоны, Николай Потехин в «Чудаках» Горького, Борис Крохин «Уходя, обернись» Володарского, Евгений Самарин «Берегите белую птицу» Мирошниченко. Особую радость в начале актерского пути принесли занятость в спектаклях «Хабрянского леса», где он исполнил роль Михаила Доронина, и «Деснянские зори», где его работу журналисты называют «большой удачей». Там он очень органично и темпераментно играет Степана, бывшего моряка, отличного парня-гармониста. У Валерия Афанасьевича была насыщенная жизнь и за пределами театра. Прежде всего, конечно, семья. Любимая жена Вера Алексеевна, дочь Даша и внучка. Любимая дочь Даша, в 82-м я ее родила. Они были на гастроли в Клинцах. Он прислал телеграмму мне из 50 слов. Ее не принимали очень долго, отправляли его назад. Он все равно добился, телеграмму мне отправил из 50 слов. Именно он был для меня вектором в выборе профессии. И вообще в том, как я научилась воспринимать театр. К сожалению, так получилось, что время прошло, я анализирую то время, которое мы вместе провели, его, конечно, оказалось ничтожно мало. Но вы знаете, я счастлива, потому что то время, то большинство времени, которое я провела вместе с родителями, оно было именно здесь, в театре. А вы знаете, при том, что он был довольно немногословный в жизни человек, то есть сказать, что мы с ним вели какие-то беседы, вот, как-то вот мы время проводили, куда-то ездили. Это были только гастроли. Но при этом, вы знаете, он был всегда такой уверенный. И даже если у меня что-то где-то не складывалось, я никогда не подходила к нему и не говорила: «Папа, вот у меня такие проблемы, мне нужна твоя помощь, твой совет мужской». Просто вот, вы знаете, достаточно было одного взгляда. Вот он чувствовал, понимаете меня? Я чувствовала его. Вот ни одного слова нам не нужно было произносить. Мы просто смотрели друг на друга, даже из разных комнат. И все. Безумно любил свою работу. Отдавался ей вот всецело, все, что он мог. Он всегда отдавал театру. Мацапура – это и театр, и рыбалка, и стем, и дома. Очень любил гостей, у нас всегда были гости, и мы были в гостях постоянно. И всегда он был душой компании, и дети наши с нами всегда были. Внучка родилась, когда его не стало, ей было 2,5 годика. Он с ней уже как успел, она немножко так слегка помнит, Алиса, что и щуку помнит, и вот эту рыбу, что он приносил. И как он удочку ее учил держать уже в 2 года. Любил очень готовить. Рыбой занимался только он. Все рыбные блюда – это были его. И начиная от ухи, заканчивая фаршированной рыбой, это было все его. Да, грибы. Любил грибы собирать. И заготавливал на зиму он тоже он их. Пассивный отдых он не понимал вообще, что это такое. Даже приходя на пляж, даже на море где-то на гастролях, он не понимал, что такое просто лежать и загорать. С удочкой, везде с удочкой, на мосту, на берегу, на пляже. Я вот помню историю, когда у меня был транзистор, который испортился, я его поднес в ремонт, мне сказали, можете его выбрасывать. Пришел, пожалуйста, Валерка, он говорит, ну-ка дай-ка я посмотрю. Через 2 дня приносит как новый. Он был бесподобный рыбак.
Я помню историю, мы были на гастролях в Махачкале и ходили с ним вместе на рыбалку на Каспийское море. И как-то Кавалера приходил на рыбалку, рано утром мы приходили, забрасывал удочку, буквально рядом с поплавком выплывал морж. Такой, что с усами такой, и смотрел вот так вот, и смотрел Валерке, он же всю рыбу распугает. И он этой удочкой тыкал, кыш отсюда, кыш, пошел отсюда, чтобы, уходи отсюда, убирайся отсюда. Вот, а тут сидел, так смотрел. И вот сколько мы ходили, он менял места, он на этом же месте. Как только забрасывал удочку, обязательно этот морж выплывал. Вот, помню, в Витебске он поймал щуку, огромную щуку. Он ее запустил в гостинице в ванную, напустил воды, и она там плавала. И он всем приводил и показывал вот рыбу, это, гордился ей прямо. Без каких бы то ни было преувеличений, я могу, разбираясь немного в театре, я могу совершенно точно сказать, что это актер совершенно столичного уровня, который бы сделал честь любому из столичных театров. Но он выбрал Брянск. И честь ему и хвала за это, и мы должны просто гордиться тем, что у нас был такой человек в театре. 30 лет Валерий Мацапура царствовал на сцене нашего театра. Иногда, в прямом смысле этого слова, им сыграны и сказочный китайский император Альтоум, и великий Наполеон, и не менее великие русские цари Иван Грозный и Петр I. Но куда больше было ролей российских мужиков, которых события нашей бурной истории заставили становиться воинами, защитниками, заступниками. Дмитрий Донской в одноименной героической драме, Макар Нагульнов в «Поднятой целине», Захар Дерюгин в спектакле «Имя твое» Петра Проскурина. Эта роль в исполнении Мацапуры – главная удача, предопределившая в конечном счете успех всего спектакля. Яркими, сочными мазками рисует актер портрет цельного, жизнелюбивого человека. На конференции в Москве автор романа Петр Лукич Проскурин скажет: «Мой Захар Дерюгин не в Москве». Он имеет в виду актера Евгения Матвеева, сыгравшего роль в фильме «Любовь земная и судьба», а в Брянске. Я знаю, как Евгений Семенович Матвеев восхищался тем, с какой точностью и талантом был создан этот образ Валерия Мацапуры. Было в нем мощное мужское начало, необыкновенное человеческое обаяние и, что свойственно настоящему таланту, мера личного присутствия в театре и на сцене. Партнер он был потрясающий. Вспоминается спектакль «Second Hand» или «Гуманитарка», где он играл генерала, героя Советского Союза, который со своей женой, тоже познакомившись на фронте, прожил с ней всю жизнь, и они заканчивают жизнь свою в элитном доме престарелых. И вы знаете, я хочу сказать, когда я играла с ним эту роль, как он умел любить на сцене. Это потрясающе. Потому что вообще-то любовь на сцене очень сложно сыграть. Это не каждому дано. А он играл любовь вот к своей жене, которую пронес через всю жизнь, так, что я, когда была на сцене, мне казалось, что это он меня любит. Честное слово. И я была счастливая. Мне было легко играть. Партнер вне партнера не может. Это получится самолюбование. Ну, как я встал. Я не вижу партнера, я занят собой. Зрителю это неинтересно. Есть обыкновенное правило. Играя партнера, ты выигрываешь сам. Насколько я буду предельно внимателен партнеру? Васа Железнова. Он играл Прохора Железнова, я Людмилу играла. Вот это был, пожалуй, такой... мой такой хороший спектакль и успех в нем, потому что там был рядом Валера. И я непосредственно с ним играла. Но там трудно было с ним фальшивить, понимаете? Потому что, ну, это самородок. Он замечательно играл в ретро-старика, которому сватаются три пожилые женщины. Это надо было видеть, какие он находил мизансцены. Вот мы стоим на сцене. И вдруг он перед нами падает на колени. Но это в репетиции. И мы уже думаем, что он делает, когда он просит у нас денег, женщины. Займите мне кто-нибудь денег. И это было так трогательно, так неожиданно. Судьба и режиссеры подарили замечательные роли классического репертуара. Тригорин в «Чайке» Чехова, Прохор Железнов в «Васе Железновой» Горького, Михей Михеевич Крутицкий в спектакле «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Его работа в этой постановке стала поистине звездной в актерской карьере артиста. Конец. Пойду я. Пойду, Ванюша. Ой, пойду. Ой, так
далеко же ведь. А я извозчика найму. Вот, возьму деньги, да и брошу, мало ли, Михей бросил, а? Как он говорил этот монах? Каждый раз, вот буквально, были мурашки по всему телу, и нельзя было выйти на ином уровне. Нельзя, потому что он столько туда вкладывал, он так был интересен. Спектакль успешно просуществовал на сцене театра драмы свыше 10 лет и был визитной карточкой во многом благодаря имени Валерию Мацапури, бессменному исполнителю главной роли. Когда мы приезжали на гастроли, даже в малый театр играли, спектакль не было ни гроша, да вдруг Алтын, а потом приходили артисты малого театра нас благодарить или высказывать свое мнение о спектакле. И я видела, с каким восхищением и невероятным удивлением они смотрели на Мацапуру, который играл роль Крутицкого, удивляясь, как такого уровня, такой высоты артист играет в провинции. Я сейчас немного проверю. Считай, что еще не стоп потерять, а? Считай, что еще все можно наверстать. Давай, построй какую-нибудь рожу. Почему же неудобно? Ну, Кремля так строил рожу даже во время святого причастия в храме Божьем. А ты боишься сделать это здесь, в этой кануле, ну, не огорчай меня, прошу тебя. Ну, закрой рожу. А, ну. Но! Это называется смешная рожа. Такое выражение лица бывает у монашки, впервые увидевшей голову мужчины. Смотри, как это делается. В 1984 году за заслуги в области театрального искусства Валерий Мацапура удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». Он награжден медалью за трудовую доблесть, а в 1996 году он становится народным артистом России. Валерий Афанасьевич пробует свои силы и в режиссуре. Им поставлены на сцене Брянского театра два спектакля «Собаки» и «Принцесса и трубочист». Режиссер, как известно, еще и педагог. И тут Валерий Мацапура раскрылся в своем умении терпеливо, не щадя себя самого, работать с молодыми коллегами. Спектакли, что называется, прозвучали, заняв место в репертуаре театра. Уделял он внимание и студенчеству, активно работая в театральной студии одного из вузов Брянска. Благодаря ему коллектив стал именоваться «Стемом». Живет он и по сей день. В спектакле «Продавец дождя» его герой говорит: «Я то хорошее, что есть в каждом из вас. Я никому не причинил зла. Я играю на дудочке, и люди начинают улыбаться, слушая мою песню». А не о самом ли Валерии Афанасьевиче эти строки? Он, не щадя себя, отдается любимому делу. Любая из женщин, которая была каким-то образом связана на сцене с Мацапурой, неважно, большая роль или маленькая, она, безусловно, получала от него заряд мужественности. Вот именно вот мужской вот этот заряд, который, в котором ощущаешь себя и любимой, и красивой, и нежной, и талантливой даже. В нем был мужчина, и это чувствовал зал. И зал, женская половина зала всегда была в него влюблена. Основная черта – это любовь ко всему вообще, там, к тому, что он делал. К женщине, к детям, к работе, к рыбалке, к своему увлечению. Жил так по полной, наполовину нет. Виссарион Белинский говорил: «Зачем мы ходим в театр? Зачем мы так любим театр? Затем, что он освежает нашу душу мощными разнообразными впечатлениями и открывает нам новый, преображенный и дивный мир страстей и жизни. В душе человеческой есть то особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных ощущений изящного, если не разделяет их с другой душой.
А где же этот раздел является так торжественным, так умилительным, как не в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, где тысячи «я» сливаются в одно общее целое «я» в гармоничном сознании беспредельного блаженства. Словами великого литературного критика мы продолжим рассказ о народном артисте России Валерии Мацапури. Еще один спектакль «Долгожитель» и еще одна блистательная роль Валерия Мацапуры – «Кин IV. История жизни и смерти великого английского трагика Эдмунда Кина». Так счастливо сложилось, что драматург Григорий Горин свою пьесу «Кин IV» отдал не любимому Ленкому или иному столичному театру, а Брянскому театру драмы. И Валерий Мацапура стал первым Эдмундом Кином в нашей стране. Еще одна звездная роль, без всяких кавычек, Валерий Афанасьевич любил такие роли с накалом подлинных страстей, с драматическими судьбами героев, с глубоким философским подтекстом. Это был фантастический спектакль, замечательный. Валерка был, я считаю, и не только я считаю, что он был лучший кин вообще в России, можно сказать так. Это, вот, допустим, это сам Григорий Горин, который был на нашей премьере, который посмотрел спектакль, и потом даже еще одну пьесу дал, право первой постановки нашему театру. Господа, вы можете меня растерзать, разорвать на части, но умоляю, отложите это удовольствие до конца спектакля. Даже на самом страшном суде полагается выслушать обвиняемого. Позвольте мне сказать слова в свое оправдание, тем более, что сочинил их Вильям Шекспир, неутомимый защитник всех влюбленных и преследуемых. Только после этого открылся занавес, и буквально через несколько минут раздались первые аплодисменты, которые не смолкали до конца действия, перерастая в мощную овацию. Это был триумф, который стены Друрилей не видывали никогда. Нас вызывают. Дай руку, но не хочет. Не пусть помнит, как я учил. Чуть склонив голову, сохраняя достоинство. И слегка улыбаясь, словно бы удивляясь. Работать с Валерой было необычайно легко. Не надо было орать, не надо было что-то тужиться по-актерски, потому что он так тебя цеплял. Ты играешь глаза в глаза с ним. Ты выходишь и не знаешь, как ты сегодня будешь работать, потому что это зависело от Валеры, как он начнет спектакль. Какое у него сегодня настроение. Ну, в общем-то, как у всех великих. Нет повторов таких. Кин IV. 10 минут до начала спектакля. И все ждут. Ну, где? Даша пришла, где она? Даша всегда приходила, поднималась на второй этаж, сидела тихонечко там. Начинался спектакль. И я на протяжении 10 с лишним лет, проговаривая за всеми артистами, все роли выучила наизусть и не пропускала при этом ни одного спектакля на протяжении столь долгого времени. Два вечера в паре с Мацапурой играл артист Московского театра имени Маяковского Игорь Костолевский. Тогда народ буквально гроздями висел на люстрах. Это был высокий эмоциональный накал. На высоте были все и брянские артисты, и их столичный коллега. И все стихи так в нем соединили, что природа могла сказать. Он человеком был. Честно. Разумеется, честно. Мы же друзья. И потом тебе только наметки. Молодость, не самая худшая пора. Перестаньте, ну вы что, конечно, я запомнился гуляк.
Последние годы работы в театре народный артист Мацапура был занят в спектакле «Ангел мой», где он сыграл роль Федора Ивановича Тютчева. Театральный критик Лев Анинский отозвался так: «Замечательная работа, великолепно играет Тютчева Мацапура». И роль Людовика Мерикура в пьесе Пьера Шино «Будьте здоровы, месье». Решением жюри конкурса «Успех» в номинации «Лучшая мужская роль» удостоен народный артист России Мацапура. Из-за них мы кончили себя, красавцы. Прыгаем до потолка. Из-за них радуемся, из-за них печалимся. Из-за них теряем штаны. Они же нас превращают в дерьмо. О, то гнусное чудовище, которое убивает нас, невинного ребенка, таящего в себе прекрасные надежды. Это была последняя большая работа любимого брянцами артиста. Были гастроли в Беларуси, не помню в каком городе. Каждый день на сцене, каждый божий день. Вообще продыха не было. Актеры, это коллеги, заметили, что Валерию Фанасьевичу уже худо. Ну, как-то вот он, ну, посидеть бы все побольше. Вот спина там болит, что-то, ноги. Приехали в Брянск. Первые дни отпуска. День температура, два температуры, три, неделю температура. Ну, думаем, простыл, там пройдет, да. Вот началось все с температуры. И потом пошли по больницам. Он прошел все отделения в областной больнице, в нашей. И в итоге вызывают меня в областную больницу. По-моему, был Резниченко тогда меня вызвал, да. Подготовил меня как мог. Но я почему-то уже догадывалась, потому что... И сказал: Вера Алексеевна, Валерий Фанасьевич, онкология. Причем очень запущена. Уходил он последний месяц, очень больно было последний месяц. Он ушел 6 марта, где-то в 11 вечера. За свою жизнь Валерий Афанасьевич на брянской сцене сыграл 90 ролей. У Валерия Мацапура были две страсти – театр и рыбалка. А еще он, бывший моряк, обожал море. Рассказывает, что мечтал, выйдя на пенсию, поселиться где-нибудь на берегу у моря, любоваться бескрайними просторами и бороздящими их кораблями, парусниками. Красивой, романтичной мечте не суждено было сбыться. Ее попытались материализовать в черном мраморе памятника любимому артисту. Словно паруса взметнулась стела, на ней портрет актера и тоже знаковый. Он в своей звездной роли великого английского актера Эдмунда Кина. От света рампы, глаз не пряча, ты видишь зрителя в упор. И навсегда самоотдача, твой тяжкий крест, твой рок, актер. Не все растрачено и грустно, пусть стала болью роль твоя, но возвращает нам искусство живую радость бытия.